Мы всегда гордились успехами наших спортсменов, и во многих видах спорта наши атлеты были признанными лидерами, и были признанными лидерами долгие годы. Но вот теперь нам говорят, что многие победы дались нечестным путем. В нашей студии есть и болельщики, и сами спортсмены. Давайте дадим им возможность высказаться. Пожалуйста. Ольга, слово вашему сектору. Да, Валерия, вы совершенно справедливо заметили, что тема волнует не только представителей спортивного сообщества, но и, безусловно, миллионы болельщиков по всей стране, потому что спорт – это, как известно, такая объединяющая сила. И у нас представители разных профессий здесь сегодня присутствуют. Но многим интересен этот вопрос. Вот, например, у нас есть предприниматель Ян Березин, который сегодня приехал к нам с вопросом не про бизнес, а как раз про спорт. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ян Березин, Москва, клуб лидеров. Совершенно очевидно, что действительно есть вещи, объединяющие всех нас, несмотря на то, что мы разные. И спорт – это одно из ключевых. Мы всегда рады, переживаем за наших спортсменов, за наших бриллиантов, за их победы, когда они представляют Россию на международной арене. И вот этот вопиющий скандал с Мельдонием, ну, честно говоря, откровенно бесит. То есть вот история, которая у нас идет уже несколько месяцев, и до сих пор непонятно. Понятно, уже спортсменов собираются лишать их статусов, вплоть до того, что карьеры, по сути, их могут быть закончены. А что тогда может произойти с руководством спортивной нашей страны? Вот что следует, может быть, какие-то наказания? Ну, честно, I speak from my heart, как говорится. From the bottom of my heart. Нет, было from my heart. Это вас Мутко английскому учит, наверное. Да. Слава богу, нет. Уроки не берете у него? Нет. Значит, ну что можно сказать про этот Мельдоний? Да? Мы уже так много сказано. Этот препарат никогда не относился к разряду допинга. Он не влияет, это вот точно совершенно не влияет на результаты. Он просто поддерживает сердечную мышцу в хорошем состоянии при очень сильных нагрузках. Ну вот почему-то решили его вдруг включить. В основном Мельдоний-то он изобретен был, мы сейчас знаем об этом, я сам об этом не знал, еще в Советском Союзе, в Латвии. И изобретатель его, он и не считал никогда этот препарат допингом, и он применяется в медицине широко, кстати говоря. И что самое важное, когда его включили, то не было достоверных данных о том, как быстро этот препарат выводит из организма. Но вот сейчас, по-моему, ВАДА внесло корректировки, вот буквально вчера, позавчера, где-то там на днях, в свои решения. И я не думаю, что это решение какое-то, кстати, которое состоялось раньше, что оно носит какой-то политический подтекст, имеет. Хотя Мельдоний применялся исключительно спортсменами Восточной Европы, странами бывшего Советского Союза и Восточной Европы вообще. Потому что здесь он был найден, произведен и производится, и никогда не считался допингом. Но я не думаю, что здесь какой-то есть подтекст политический, о чем говорит и то, что ВАДА скорректировала свою позицию. Насколько мне известно, наши коллеги из этой международной организации по антидопингу сейчас рассматривают возможность проведения клинических испытаний по поводу того, как быстро выводится из организма человека этот препарат. И первое исследование показывает, что у разных людей по-разному это происходит. И в зависимости от этого могут быть сделаны какие-то выводы практического плана, в том числе и касающихся конкретных спортсменов. Исхожу из того, что все эти решения будут объективными, но это не значит, что нам нужно почивать на лаврах и значит, там как-то хихикать по этому поводу. Нет, нам нужно улучшить свою работу с международными организациями, вовремя реагировать на их требования и своевременно реагировать. Ну и, конечно, нужно обеспечить внимание к здоровью наших спортсменов и к тому, чтобы спортивная борьба была честной и чтобы болельщики получали удовольствие именно от этой честной борьбы. Но и, разумеется, уже точно, совершенно, ни в коем случае не должны пострадать такие спортсмены, а у нас большинство таких спортсменов, которые к допинговым скандалам вообще не имеют никакого отношения. А давайте послушаем самих спортсменов, тем более, что действительно они это заслужили. Они в секторе Ольги Палковой. Оля, пожалуйста.
Мы пригласили в нашу студию главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Барзаковского. Многократный чемпион Европы, чемпион мира, первый пока единственный российский бегун, который завоевал еще и олимпийское золото. Юрий, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Владимир Владимирович. Со стороны антидопинговой ассоциации ко многим спортсменам вопросов, в общем-то, нет. Их совесть чиста, действительно. Но вот за чужие грехи всех легкоатлетов, абсолютно всех, отстранили от участия в Олимпийских играх. Говорят, что Всемирная Федерация вернется к этому вопросу в ближайшее время, буквально в мае. Но в таком случае вот сейчас моя команда задается вопросом, как им готовиться, к чему готовиться, тренироваться, не тренироваться к Олимпийским играм. Спасибо. Ну, я понимаю, что наши спортсмены, которых мы очень любим и надеемся на их результаты, вот без преувеличения могу сказать, любители спорта знают каждого поименно. Конечно, они в трудной ситуации находятся. Но нужно быть готовым ко всему, мне кажется, если вы спрашиваете мое мнение. Тем более, что сейчас, мы сейчас знаем об этом, я только что сказал, и ВАДА пересматривает некоторые свои подходы к использованию препарата, о котором мы все знаем, и изучает клинические свойства не только препарата, но и выведение из организма. Ну, посмотрим. Ну и, конечно же, мы будем бороться на то, чтобы решения были справедливыми. Министерство спорта Российской Федерации, наши спортивные организации сотрудничают с хорошими адвокатами международного уровня в этом плане и изучают все аспекты этой проблемы. Давайте теперь поговорим о другой теме, которая волнует.